Огнестрельное оружие должно перевозиться без патронов и в чехле. Это священное для всех охотников правило написано кровью. Один из недавних смертельных случаев, когда этот закон был нарушен, произошел в Агаповском районе. О нем нашей телекомпании рассказал руководитель Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела Михаил Малиновский. Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела окончено расследование уголовного дела по факту неосторожного причинения смерти в результате неосторожного обращения с охотничьим оружием. В ходе расследования было установлено, что двое знакомых, ранее знакомых жителей Агаповского района, выехали в апреле месяце для того, чтобы пристрелять свое охотничье оружие. Отмечу, что в это время охотничий сезон был запрещен. Молодые люди, оставшийся в живых молодой человек, пояснил, что они с товарищем выехали, решили пострелять по различным предметам для того, чтобы не потерять свой охотничий навык и сноровку, соответственно. В одном из мест на берегу реки Урал обвиняемый зарядил охотничьим патроном свое ружье, соответственно, и, не разрядив его, нарушив все правила обращения с оружием, хранения, перемещения, в частности, не разрядил оружие, в собранном виде сел в легковой автомобиль, за управлением которого находился второй охотник, его знакомый, ныне потерпевший, и решили переехать в другое место. По ходу движения на относительно высокой скорости автомобиль наехал на препятствие, в результате произошел неосторожный выстрел, и водитель потерпевший был убит на месте, соответственно. 3 месяца мы расследовали это преступление, провели все необходимые исследования, пришли к выводу, что действительно выстрел был произведен неосторожно. В настоящий момент уголовное дело находится в Агаповском районном суде, где будет рассматриваться по существу. Прокурор с предложенной нами квалификацией данного деяния согласился. Наказание за совершение данного преступления предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.